Я недаром оказался снова с этим микрофоном. Напомню нашим зрителям в YouTube, что все, что вы видите здесь, это на самом деле происходит. Это лайв. С этим сделать ничего нельзя. А более того, даже скажу, что и ничего не нужно делать. Это и есть наше настоящее интернет-телевидение. Друзья, мы находимся в Ретуве. Здесь в Лаки-баре. И отсюда транслируем свою передачу, которая так и называется «Добрый вечер, Ретув». Шутки, прибаутки, музыка, лайв, живая музыка. А сейчас вас ждет очень интересный сюрприз. Я хочу пригласить на эту сцену лауреата международных конкурсов, экс-солиста хора турецкого Валентина Суходольца. Встречайте! У нас украли микрофон. Нет, микрофон у меня есть. Я прошу его сделать погромче. Так, я просто думал, ты сразу... Дорогие друзья, я думал, что сразу запустить. Нет, я просто думал, ты в бой, я так испугался, думал, надо убегать уже. Нет, можешь не убегать, мы можем беседовать. Валентин, часто ли ты бываешь в городе Реутове? Вообще, на самом деле, сегодня у меня премьера в городе Реутов. Да? Да, поэтому... Ваши аплодисменты, друзья мои. Дорогие друзья, я с удовольствием сейчас спою несколько песен для вас. И разбавлю нашу веселую, замечательную, интересную, разноплановую компанию. Несколько веселых и не очень веселых, философских, разных песен, итальянских и русских. Итак, я начну с песни «Un amore così grande». Братья и сестры, это то, что нам сейчас надо, поверьте мне. Валентин Суходолец. Можно немножко погромче микрофон?
Брависсимо! Валентин Суходолис, друзья мои, последний раз, насколько я знаю, тебе руку плескала Варшава. Да. Я как раз позвонил тебе, слышу какие-то подозрительные гудки. Думаю, ты точно не в метро. Хотя в метро можно было бы сделать роуминг. Что ты делал там в Варшаве? У меня был там сольный концерт, и ты как раз попал вот в правильный момент. Но мне было приятно услышать твой голос. Я попал в правильный момент, а ты попал на деньги. Я думаю, что это стоило того. Стоило того, да. Я говорю, Валентин, я так хочу тебя пригласить. У нас будет очень интересное, пышное открытие такое. Я говорю, будет все разноплановое, разноплановое. Наверное, зрители обратили внимание, что сегодня самая разнообразная программа за всю историю, ну, хотя бы, во всяком случае, в 2013 году, это точно. О! Спасибо! Молодец, Сергей! Нет, молодец. Потому что он всегда подбирает такие разноплановые программы. Нет, ты молодец, не надо отмазываться. И... сегодня было все здесь, да, для всех... На любой вкус. Да, и, пожалуйста, те кавера, и те, пожалуйста, роковые песни, и, пожалуйста, те фристайл, и блестящие поэты, и блестящие совершенно барды, и вот, естественно... И классика. Что, и даже классика. Что должно быть, ну, как бы, на высоте тоже, и классика тоже. Я думаю, что ты нас еще будешь сегодня радовать песнями. Я с удовольствием, конечно, обязательно. А то ты так стоишь, дорогие так друзья, думаешь, что у тебя нет больше песен. Нет, ну что ты. Я с удовольствием хочу спеть сейчас для вас одну замечательную, в общем, почти или практически народную песню. Это романс, который называется «Дорогой длинною». Я не представляю, что сейчас вас ожидает, друзья мои, потому что когда я слышал эту песню, мой пиджак стал в два раза больше, потому что волосы в руках встали вот так. Поехали. С удовольствием. Валентин Суходолец! Вы можете мне подпевать. Я думаю, что эту песню вы знаете. Ехали на тройке с бубенцами. Мелькали огоньки. Мне б теперь соколики за вами. Душу бы развеять от тоски. Старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-лай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 
человек. Так выходит, пели мы за даром, а напрасно ночь за ночью жили. Если мы покончили со старым, то и ночи эти отошли. Я селеструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-л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 а
будущего меня. Пусть проходит молодость лихая, как сквозь пальцы талая вода. Только наша тройка удалая будет с нами мчаться сквозь года. Oh,
что вдаль летит меня. Я с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вместе подпевай! Валентин Суходолец, друзья мои, мне понравилась фраза. А так значит, пели мы за даром. Вот эта фраза какая красивая. Значит, еще в те времена были такие даром-недаром, то есть кто-то выступал, да? Вот. Ты же хорошо знаешь историю музыки. Времена были разные. Ну да, во время войны тяжело было попросить на передовой спеть за деньги. Я думаю, там сразу же... Ну, это особый случай, Сережа. Это... Да, ну кто-то, наверное, кому-то удавалось. Я думаю, что мало кому удавалось. Ты хорошо знаешь историю музыки. Я учил историю музыки. И именно потому, заметьте, именно. Валентин, скажи мне, вот почему все ролики, которые у нас были с тобой, сняты совместно, да, они почему-то сразу больше всего начинают набирать просмотры? Это вот наши любимые ютубы, не дадут соврать, да, ютубовцы. А так есть, да, это правда? Это правда, да. Они сразу начинают набирать, и причем в странах, видимо, где фольклор русский и русская культура, ну не как у нас здесь, да? То есть она не является популярной, она просто является исторически ценной. Да, я скажу вам, вот пользуясь случаем, я скажу вам одну интересную, не то что историю, а как бы факт такой. Знаете, где лучше и больше всего любят русскую музыку? А? В Германии. Вот сколько я выступал, где бы я ни выступал, лучше всего, теплее всего, радостнее всего принимают русскую музыку немцы. Это факт. Так что я не знаю, с чем это связано. Они не забыли русскую речь. Не забыли русскую речь еще отголоски, думаешь? Я надеюсь, ты не 9 мая там выступаешь. Я 10-го там выступаю. Ну что ж, меньше слова, больше песни, что нам будет. Еще одна итальянская песня, очень известная. Это трек из сериала «Клон». И песня называется «Луна». Какая прекрасная песня! Побольше обработочки, обработки побольше. Che non scrivono e che loro
Спасибо, дорогие друзья! Слушай, это блестящий трек. Кстати, его практически в мире никто не исполняет. Не все вокалисты могут себе это позволить. Это Александра Сафинова. Да. Это, кстати, тебе повезло иметь такой голос. Кстати, скажи, где ты брал свой голос? Расскажи нам, Фрео. Надо спросить у моих родителей. Ну, у родителей спрашивать бесполезно, они вряд ли думали сразу, что ты будешь таким блестящим певцом. Может быть, ты даже не догадывались. Да, я думаю. А кстати, кем ты хотел быть в детстве? Как и все мальчики моего поколения, я хотел быть летчиком. И много над этим работал. Практически поступил в военное училище, да. И в последний момент забрал документы. Вот так вот, ребята, путь в искусство лежит через мечты. Причем... Мечты, где ваша сладость. Но ты понимаешь, ты сейчас летаешь в более другом небе? Я летаю. Итальяно, да? Кстати, у вас не приглашали в театр? У вас прекрасный голос, с такой галерки и так отчетливо... К сожалению, нет, надо, кстати, дать объявление в Ютубе. Я, кстати, вам рекомендую обратиться именно туда. У вас прекрасный голос, громкий и звонкий. Возьмешь на курс к себе, когда с удовольствием. Дело в том, что я хотел бы спеть сейчас как раз именно русскую песню. Она была написана не так давно. И эта песня посвящена женщинам. Эта песня звучит в преддверии замечательного праздника. 23 февраля. Да. И дело в том, что я хотел бы предложить, поскольку эта песня не только красивая, она еще такая ритмичная, танцевальная, я хотел бы предложить, чтобы наши мужчины, немногочисленные, пригласили наших дам на танец, чтобы было как-то веселее, хоровод? Чтобы было какое-то... Ты хочешь хоровод? Нет, не обязательно хоровод. Но чтобы было как-то так более душевно, более зажигательно, более интересно и весело. Мужчины, поддержите меня! Конечно! Не слышу, так сказал Сергей. Ну что ж, добрый вечер, Леотов. Придется тебе приглашать дому на танец. Я с удовольствием, но я весь в проводах. Как знаешь, в фильме «Миссия Импосибл». Это отмазка, Сергей, это отмазка. Я, ладно, за сценой потанцую. Итак, дорогие друзья, дорогие женщины, в преддверии замечательного праздника не 23 февраля, а 8 марта, я хочу спеть для вас песню, которая называется «Дарите женщинам цветы». Валентин Суходолец. Мужчины, приглашайте дам. А то я буду приглашать. Вы нам подарены судьбою, и в этой жизни каждый раз нет сердцу нашему покоя, когда мы думаем о вас.
каждый миг не повторим, что жизнь в награду нам дала. Дарите женщинам любимым частицу счастья и тепла. Дарите женщинам цветы, обиды мелкие прощая. Дарите женщинам цветы, стихи, песни посвящая. В жизнь воплощайте их мечты, при каждой встрече и разлуке. Целуя ласковые руки, дарите женщинам цветы. А если в сердце станет рваться надежды тоненькая нить, всегда не поздно попытаться мосты любви соединить. Ведь каждой женщине приятно знать, что ее дороже нет, и принимать не только в марте из рук любимого букет. Дарите женщинам цветы, обиды мелкие прощая. Дарите женщинам цветы, стихи и песни посвящая. В жизнь воплощайте их мечты, каждой встрече и разлуке. Целуя ласковые руки, дарите женщинам цветы. Мужчины, поддержим, поддержим дам. Как удачно ты пригласил девушку с Первого канала сразу, а? Лиза Романова. Я знаю, кого приглашать. Вот ты сразу, вот дорогие мужчины, дарите женщинам цветы, обиды мелкие прощая, и поздравляйте их всегда с праздником, со всеми праздниками. Я думал, там даже рифма будет, 8 марта. Добрый вечер, Реутов. Вы еще с нами? Конечно. Конечно. Видите, а ты все, дорогие друзья, я не прощаюсь, я говорю вам до свидания. До новых встреч. До новых встреч. Я вас всех люблю. Всегда с вами. Валентин Сухотолец. Спасибо большое за приглашение.